Эфир телеканала продолжает РБК «Уфа». Мы вещаем из отеля «Шератон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах. Подозрения оправдались. Компания «Вектор», активно продававшая полисы ОСАГО в Уфе, осталась без допуска Российского союза автостраховщиков. Маркетинг на село. Власти намерены компенсировать до 40% затрат агрофраншизы. И в лидерах антирейтинга в республике в 5 раз увеличилось число застройщиков-банкротов. Жители республики, заключившие договоры ОСАГО со страховой компанией «Вектор», не пострадают от ее закрытия. Об этом говорят независимые участники рынка. По итогам первого квартала 2016 года организация входила в 5 крупнейших игроков на рынке автострахования республики. Объем страховых премий составлял 36,5 миллионов рублей. Как стало известно РБК «Уфа», «Вектор» исключена Российским союзом автостраховщиков из числа участников соглашения по прямому возмещению убытков. Следующим шагом в таком случае должен стать отзыв лицензии. По словам экспертов, страховщик вел рискованную политику, наращивая объемы продаж в проблемных регионах, где наблюдались серьезные проблемы с оформлением полисов ОСАГО. Это может говорить о том, в том числе, о возможной предварительной договоренности по продаже компании. «Вектор» зарегистрирована в Симферополе. По данным на первый квартал, она заключила в республике почти 4300 договоров ОСАГО. По этому показателю «Вектор» находится на 8-м месте в регионе с долей 2,5%. Отмечу, что получить документ, судя по отзывам клиентов, у этой фирмы было просто, без больших очередей и предварительной записи. При этом, как такового, у них офиса не было вовсе. В этом случае те, кто страхованы по ОСАГО, им переживать сильно не следует. Почему? Потому что ответственность будет нести Российский союз автостраховщиков. И Российский союз страховщиков выплачивает ущербы. Единственное, будет возникать проблема о внесении дополнительных лиц в полис, о изменении, о расторжении договоров. Да, вот эти проблемы будут. По урегулированию убытков, я думаю, здесь великих проблем не будет. Финансовую поддержку предпринимателям и личным подсобным хозяйствам, которые работают по агрофраншизе, планируют оказывать власти Башкирии с начала 2017 года. Предполагается, что субсидии компенсируют около 30-40% прямых затрат. Об этом телеканал РБК «Уфа» сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства республики Азат Зиганшин. Пока, конечно, эта работа ведется как разъяснительная. Сейчас разрабатывается программа поддержки, государственной поддержки, чтобы все равно любой, его называем агрофраншиза или новый мелкотоварный, или все равно требуется вливание. А то, что учитывая, что у населения недостаточно государственных, скажем, финансовых средств, чтобы была компенсация, мы рассматриваем с регионального бюджета государственную поддержку. В ближайшем будущем на территории нашего региона реализуются агрофраншизы по птицеводству, пчеловодству и мелкорогатому скоту. Соответствующие пакеты и предложения уже разработаны предприятиями «Башкирский гусь», «Маяк» Зианчуринского района и «Башкирским научно-исследовательским центром по пчеловодству и апитерапии». Схема работы по агрофраншизе несложная. К примеру, компания «Башкирский гусь» заключает договор подряда с фермером и представляет некоторое количество скота на выращивание. Через несколько месяцев предприниматель возвращает 20% поголовья живым весом и продает компании гусиный пух оставшихся 80% гусей. По договорам агрофраншизы на сегодня в республике работают всего 428 личных подсобных хозяйств, исходя из того, что всего их насчитывается 600 тысяч и еще 6 тысяч фермерских. В Башкирии в 5 раз увеличилось число застройщиков, которые находятся на стадии банкротства. С одной компанией до 5. По этому показателю республика заняла 2-е место среди регионов страны, впереди только Московская область. По данным исследования рейтингового агентства строительного комплекса, на 5 проблемных застройщиков в нашем регионе приходится 8 строящихся домов, 7 из которых в Уфе. Больше всего квартир, 165, запланировано в 2 домах компании «Строитель». 3 дома с 96 квартирами отнесены к компании «БСК». В списке агентства оказался и центр недвижимости Уфы с жилым комплексом «Дом у озера». Это 1 дом. Также по 1 дому отнесены к компаниям «Глобус» и «Строймеханизация». Последняя из «Стерлитамака». На 1-м месте антирейтинга оказалась Москва, в которой зарегистрировано 7 проблемных компаний. На 3-м месте с 4 застройщиками
застройщиками-банкротами оказались Санкт-Петербург и Новосибирская область. Подробности исследования ищите на сайте РБК Уфа. Информация о курсах валют, установленных Центробанком, на завтра. И доллар, и евро отыграли вчерашнее снижение. Курс американской валюты по отношению к российской увеличился на 34 копейки и оценивается в 65 рублей 25 копеек. Европейская подорожала на 18 копеек до 72 рублей 68 копеек. Лучшие обменные курсы на сегодня: покупка доллара в банке «Финам» за 65 рублей 2 копейки, продажа в БКС банке за 65,39. Кредитная организация взимает комиссию до 2% за обменную операцию. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в банке «Финам», «Промтрансбанке» и «Центркомбанке» за 72,5 рубля. По продаже в «Татфондбанке» за 72,85. Комиссия за обменную операцию до 100 рублей. Дополнительный конкурс по распределению субсидий на участие в выставках объявил Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства. Документы принимаются с 5 сентября. Ранее, по заявлению руководства фонда, многие заявки были отклонены. Финансовую поддержку получили лишь 7 предпринимателей на сумму в 136 тысяч рублей. Таким образом, еще предстоит распределить около 260 тысяч. На эти деньги можно покрыть затраты на регистрацию, аренду выставочной площадки, дополнительную комплектацию стенда и размещение в каталоге. Причина отказа представления субсидий прошлой конкурсной комиссии — это только наличие задолженности у субъекта предпринимательства по налогам и сборам и внебюджетные фонды. Поэтому мы просим, чтобы в день подачи документов у субъекта предпринимательства не было задолженности. И о новостях пока все. До новых встреч.